В дагестанском отделении партии «Единая Россия» обсудили итоги прошедшего в Москве 18-го общероссийского съезда. Были озвучены основные тезисы и направления работы. Председатель Хизри Шихсаидов отметил, что необходимо усилить контроль за реализацией партийных проектов. Особое внимание будет уделено программе «Городская среда». Нам не нужны завышенные цифры, нам не нужны для самоотчетов количество членов партии, нам нужны активные работающие люди на партию, на общество, на народ, чтобы были хорошие результаты работы.